полтора центнера с гектара. Вы можете себе представить, полтора центнера с гектара собрать зерновых? Мы сейчас объезжаем за Уралье, Башкирии, и все фермера в один голос говорят, но лучшие поля дали два. Два центнера, не тонны, два центнера с гектара. Представьте, какие у них условия работы, и они не унывают, они как-то живут, работают, продолжают. Насколько жесткая засуха здесь у них. Поля ровные, большие, да, но такие урожаи, это жуть. Помню, мы как-то проводили научную конференцию в этих краях, в Сибае. И с юга Воронежской области приезжал к нам один фермер. Рассказывал про наутил, как там он работает, все дела, не помню, кто это был вообще. Но он такой пример приводил, что вот был тяжелый год, все не убирали, но мы все-таки решили убрать вот это вот там очень мало было урожайности. И из зала его спрашивают люди, а сколько было в итоге, сколько урожайность? Ну где-то 20-25 центнеров дало. Такой хохот в зале поднялся. Люди говорят, мы урожайность такой никогда не видели. А вы обордели, ребята, вы даже такую урожайность убирать не хотите. Вот этот год пример реальный. Полтора центнера с гектар средняя урожайность по району. Жуть вообще.